Парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение и наказание таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. По мнению наблюдателя, этот правовой акт позволит Пекину принимать жесткие меры по отношению к сторонникам оппозиции в Гонконге. Около сотни демонстрантов собрались в деловом центре Гонконга, чтобы выразить протест против принятия закона. Полиция оцепила место проведения акции и задержала несколько участников. Лидер движения «Революция» Революции зонтиков Джошуа Вонг и другие известные активисты заявили, что выходят из рядов оппозиционной организации Демосиста из-за опасений за свою жизнь и безопасность. По словам Вонга, в Гонконге началась новая эра, которую он сравнил с периодом преследования политической оппозиции на Тайване. Закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания и создания на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству. Правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Из-за принятия закона администрация США лишила Гонконг торговых преференций и наложила запрет на оборонный экспорт.